В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении Станислава Мацелевича и его 10 сообщников. По версии следствия, члены ОПГ создали 48 фиктивных организаций для обналичивания денежных средств. Через эти фирмы прошло около 9 миллиардов рублей. Несколько подозреваемых по делу об обналичке на первоначальном этапе сотрудничали со следствием и рассказали механизм реализации преступлений. Установлено, что существовало два подразделения, которые были четко разделены, и у каждого были свои функции. Одно подразделение занималось проведением незаконных банковских операций, и в том числе связанных с обналичиванием и с расчетами клиентов. Другое подразделение занималось регистрацией фиктивных юридических лиц, с помощью которых и в последующем проводились эти операции. С перечисленных денег на счета фиктивных организаций Мацелевич и компания забирали себе 3,5%. За три года обвиняемые получили доход в более чем 300 миллионов рублей. Следствием удалось установить имущество обвиняемых и в судебном порядке его арестовать на сумму, превышающую 220 миллионов рублей. Преступление особо тяжкое. В настоящее время обвиняемые и их защитники полностью ознакомлены с материалами дела, которые составляют 200 томов. Уголовное дело направлено в прокуратуру. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.